А вот пальмочки, если увидите, с финикочками. Финикочки, финики. Финики растут, а их потом собирают. Вот. Такие авосечки очень удобно. Собрал авоську, все, повез на базар продавать. Повез, продал, денежку заработал. Зашибись, все классно. Народ, привет! С вами снова я, училка физкультуры в Эмиратах. И сейчас я приехала в университет. Самый главный универ страны, UIU, United Arab University. И я сдаю сейчас тест. Буду сдавать тест на лицензию учителя. Не пойму, честно, почему я должна сдавать тест. У меня высшее образование, я магистр. Ну, Министерство образования это постановило, поэтому сейчас мы будем сдавать тест. Один раз я уже его сдавала, не сдала, потому что вопросы я вообще не знала. Просто приехала, думала, будет какой-то профессиональный тест, типа там мышцы, там такое, тренировки, ага, нифига. Такой тест был сложный. Сейчас скину вам пару вопросов, просто оцените. Я, честно, не буду никого осуждать, но почему я должна это знать, я не понимаю. Без подготовки, без ничего. Так, сейчас вторая попыточка, попытка номер два. Нужно было обязательно сдать ковид-тест на это, поэтому пришлось ехать отстаивать очередь в Ашерей. Я вам покажу это обязательно. И сейчас вот я нахожусь в университете, в таком шикарном-шикарном месте. Кстати, здесь я part-time на подработке тренирую женскую футбольную команду. Но, к сожалению, сейчас, конечно, из-за ковида тренировки мы остановили. 5 лет я уже с девчонками. Очень скучаю по футболу, по тренировочкам. Но ничего не поделаешь. Надо держаться. В общем, держимся. Правда, я уже немножко обосралась перед тестом. Ну, попробую сдать. Попытка номер два. В общем, поддерживайте меня, ставьте лайки. Поехали. Ну вот, смотрим, первый вопрос по тесту был у меня на первом экзамене. По-моему, тут даже Google перевел и офигел. А следующие вопросы – это как рассаживать студентов и какая рассадка для какой лекции, для какой темы важна. Алло, я вообще училка физкультуры, зачем мне это знать? Ох, непонятно мне эти вопросы вообще никак. Далее следующая печаль. Пришлось ехать на ковид-тест, поскольку экзамен предполагал показать ковид-тест. Ну вот, беру такси, еду на Ашарей. Есть такие у нас скрининг-центры. Хорошо, что бесплатно, показываешь код школы, и тебе делают тест бесплатно. Но теперь видите очередь, да? Так вот, вот те остроносые колпачки, это только еще начало очереди. Их проезжаешь и там далее. А сижу-то я в таксишке. Сижу и так печально смотрю на все это происходящее. Ну, очередь, конечно, потихоньку двигается, но вот смотрите. Недавно мы стояли там, уже проехали, но все равно очень много машин впереди. Просто стоишь так и думаешь, капец, сейчас просто всю зарплату на такси потрачу. Ну, на самом деле, честно, вышло около $15, 55 дирхам. Я думала, намного больше будет. Сейчас покажу вам. Вот проезжаешь первый скрининг, а вот второй. Вот здесь вот именно, уже когда заезжаешь, у тебя берут тест. То есть я-то думала, до колпачков доехать надо, а потом въезжаем. Я такая, ёх ты, что ж такое-то, не везет-то как. И вот 4 ряда. Видите, уже машинки разделены на 4 ряда. Ну и в это время между рядами подходит человечек, который, видит, отмечает за тесты и берет документики, смотрит код и вот такую зеленую наклеечку прилепил, что один человек бесплатно сдает тест сегодня. Помните, такое в мультике было? Ближе, ближе. Ты сидишь уже такой, давай уже. Наконец въехали мы в сам скрининг-центр. Вон медсестра взяла анализы у пассажира, а мальчик взял мои документы и несет их к Серике. Hi, what's your name? Ольга. Ольга. You have my Emirates ID, yes? I just took it. Look straight. Thank you, Olga.
You will send message, yes? You will send message, yes? Thank you, goodbye, have a nice day, bye. А вам не показалось, что мне эту палочку ватную аж в мозги засунули? Реально, очень глубоко, у меня аж слезы пошли. Ну все, далее пришла смс-ка, результат негативный. Идем на экзамен. И вот 7:30 утра, я подхожу к зданию универа. В эти ворота я обычно вхожу, когда мы с девчонками ездим на игры в Абу-Даби. А сегодня здесь адек экзам. Пустые сиденья и нет никого. Сажусь я в машинку с другими преподавателями и везут меня на экзамен. Машинка такая примерно как баги в Турции, в отелях 5 звезд, которые развозят туристов по номерам. Вот, а меня эта машинка везет сейчас на экзамен. И ехать туда я абсолютно не хочу. Ну ничего, хоть универ вам покажу. Part-time coach here with female football team. Yeah, female section, the gym. Ну что, покажу вам туалет университета. Достаточно много места. Есть мыло, есть салфетки, сушилочки. Как говорится, театр начинается с вешалки. А универ с туалета, вот, что, извините, камера иногда не наводится. Пальмочки. Идем посмотрим кабинки. Вот, тут по 4 кабинки. И в каждой есть туалетная бумага, в каждой есть. Ну, вот почему-то дверь закрывается здесь. Разделяют нас умывальниками. Ну, вот такой вот туалет в университете. В принципе, очень даже ничего. Компактно. Не знаю, можно ли снимать здесь. Обычно нет, но никого нету. Я просто показываю вам коридоры университета. Вот лифтик даже есть, классно. Сейчас будем выход искать. О, здесь такая штучка дезинфицирует все. А вот машинка, на которой я приехала сюда. Красивое здание, да? Знаете, в чем прикол? Даже не знаю сейчас, как отсюда выйти. Потому что везли на машинке. Я работаю в зале. Он как-то ближе ко входу. Теперь я, похоже, потерялась. Но зато универ вам покажу. Ничего, скажу, заблудилась, простите. Вот, идем сейчас мы, наверное, прямо. Вот, кстати, здесь много находится колледжей. На самом деле, когда мне сказали колледж такой-то, говорят, куда-то ехать нужно. Нет, вот. College of Science, да, научный колледж. Вон College of Humanities and Social Studies. О, социология там. То есть вот, я надеюсь, видно из-за меня. University College, а это что за колледж? Принадлежит универу. Ну, просто интересно, разделено все на колледжи. Ну, как, в принципе, у нас в институте было. Отделение реабилитации, рекреации, спортивной психологии. Просто все разделено на колледжи здесь. Вот. Прекрасно. Мальчики чистят воду. Это не бассейн. Здесь даже рыбки не живут. Но все равно воду чистят.
Ну, такой у нас университет. Классно, что никого нет снова-таки. Но это не только из-за ковида, просто сейчас суббота, а суббота это у нас как последний выходной, как воскресенье. И студенты, которые здесь, будут только съезжаться. То есть студенты будут только съезжаться, наверное, к 4. Их автобусами забирают по Эмиратам и привозят в Эль-Айн, потому что здесь самый главный универ страны. И для местных девчонок, мальчишек все здесь бесплатно. Об этом будет мое видео «Плюшки шейха Заида». Что он предложил местным? Вообще много, конечно, что предложил. Вон уже работники идут. А мы с вами все ищем выход. Ой, скутер какой, такой же хочу себе. Вот. Все, сейчас возьму скутер, поеду. Так, где же здесь выход? Где же здесь выход? А, пойду пристроюсь за ребятами. Сейчас буду пристраиваться, пойдем за ними. А, ну что, за ребятами пристраиваться был не вариант. Не знаю, теперь все люди спрашивают, где выход. Ну, не знаю, идемте погуляем по универу. Вот, показывают прямо, идите, будет вам счастье. Сейчас покажу, сколько идти еще. Где мои 17 лет в универе Инфиза? Красиво как здесь, действительно. Представляете, когда это все наполняется, куча студентов сидит, учит, пьет кофе, ест бирьяни. О, вот столовая, кстати, про бирьяни сказала. Наверное, вам видно не будет. Подойду ближе. Вот это вот не столовая, а такое, как место для фудкорта. Куча ресторанчиков здесь. Такие же фудкорты, как и во всех молах Эль-Айна, Дубае, Абу-Даби. Кстати, не знаю, наверное, не работает. Студенты же здесь живут. Как им без еды-то? Никак. Вот, а если вот мой зал, вот это дальше, дальше, дальше. Я бы пошла, но у нас уже охранники тут показывают. Поворачивай, поворачивай. Ну, сейчас попробую дальше пройти. Вот сейчас, если за мной смотреть, мой зал в конце, с левой стороны. Красиво, как в музее. Да, и мало людей, только те учителя, которые на тест приехали. Вот. Пригнали нас, бедных, как на заклание на тест. А кто не сдаст, не знаю что. Вряд ли нас уволят, вряд ли какую-то работу другую дадут. Но это вряд ли. Просто, скорее всего, мы заплатим бабло и будем проходить, наверное, какие-то воркшопы, лекции, курсы. Ну, короче. Попадала в это, так думаю. Говорю, вопросы очень странные, и вопросы, которые у меня были, которые мне дали люди с других экзаменов, они просто перефразированы в более сложные. Я не знаю, как так. Вот как так надо уметь перефразировать и еще более сложный вариант. Вон мой вход в зал, вон, вот там вот. С этой стороны я обычно вхожу, иду в зал, но тренируюсь здесь я только по жарким месяцам. Сентябрь, октябрь, май. А все месяцы, которые попрохладнее, типа когда уже тридцатка, мы тренируемся на поле Макамату. Макамату это женский кампус, и там большое зеленое поле для футболисток. Вот такие вот дела. Так что ставьте лайки, надеюсь, вам универ понравился. Желайте мне удачи, пройдем эти экзамены, все будет хорошо, закончится вирус. Будем мы вместе, все будет отлично. Но не расслабляемся, все, всем пока.